Что, не удается пройти внутрь? Yeah. А, кстати, хотя вроде проходит, да? Голова прошла, а дальше нет. А вот жопа большая. Да, ребят, на связи Чандар, Альмина. У нас на базе еще остался Лелуш молчаливый. А, в общем, Ark Survival Evolved. Мы исследуем, продолжаем исследовать эту громадную, просто гигантскую пещеру. Вы посмотрите, вот она здесь располагается, да? Очень большая пещера. Я думаю, что мы ее скоро уже добьем, но тем не менее. В тот замок нам нужно зайти. Только мы давай обойдем замок, уничтожим всех вокруг. На случай, если что, вдруг. Вот змеюшки, например, здрасте. Тут чисто визуально надо погружаться. Действительно ли надо, не знаю. Я бы сверху... По-моему, там есть проход. Вот-вот. Я бы сверху в замок пошел сначала. Там вон какой-то выход. Там что-то светится. Но это светится скорее путевой маячок какой-то. Пойдем. Пойдем сначала сюда. Главное, чтобы мышей не было. Что мы здесь найдем? Ящик. Не зря. Ящик с мамонтом. С мамонтом, живущим далеко на севере. В южной пещере. В южной пещере. Кайф. Тут еще где-то есть просто заметка. Хорошо. Таким картиночкам уже. Так, ну погнали, забираем тогда наших ребятушек. Отправляемся дальше, по всей видимости, на подводку нужно. Подводка? Ну, под воду опускаться надо. Возьмем яд титанобоа, может пригодиться. А так в целом идем. Гарпунов у нас, правда, нету. Ой, у меня выдра сожрала змею. Ах ты ж! У тебя есть арбалет, у тебя есть арбалет, у тебя арбалет есть, а у меня нету. А у тебя есть арбалет. А у меня есть крокодил. Приятно. Вот крокодила вообще не ждал я здесь. Да и пираньи, собственно, не ждал, но уж крокодила точно. Тут два прохода. Блин. Ящик. Оля, спасай. У меня арбалета нет. Есть контакт. А, у меня пирань. У меня ж выдра фигарит. Все хорошо. Давай, выдра. Надо свою выдру. Ух ты ж, блин! Там. Там, короче. Да. Я не знаю, что это такое, ребят. Что это такое? Это просто мясной комок, короче. Просто мясной комок. Куча мясных комков. Какая жара, просто огонь. Да, и выдры все жрут. Спасибо за свет. Пожалуйста, закончился. Не уплочено. Все. Какая-то выдра. Просто съела. Съела крокодила. Вот именно. Ух ты. Посмотри. Сейчас я посмотрю. Ого! Легендарный каменный топор. Угу. Но седло для для диплодока. Дышай. Дышать, да. Я ухожу. Есть внизу, есть левее. Блин, а вниз мы сможем погрузиться, нет? Надеюсь, что... Давай сначала на левее, потом... Ну ладно, вниз так вниз. Там глубина очень большая. Я не пойду. Там очень большая глубина. Или там не только глубина? Там много чего. Нет, тут только глубина так-то. Ну там прям глубоко-глубоко. Давай лучше в другую сторону.
Я боюсь, что мы можем не доплыть до конца. Давай сначала туда, а потом посмотрим. Прощай, броня, серьезно? Не, пока в порядке. Но скоро, да, скоро прощай, броня уже будет. Она здесь делается карманы. Из органического полимера, это просто такой трындец. Тут есть карманы, которых можно дышать. Что это было? Я не знаю, просто мертвое тело приплыло. Я ничего не поняла. Просто приплывают какие-то мертвые тела, я не знаю, я не в курсе. Крокодил, похоже... говоришь? Крокодил? Да. Давай! Давай! Может их на пассивное, агрессивное поставить? Пассивная защита, ребят, как Факторио, знаете, выставляете периметральную защиту. Ты спрашивал, есть ли в воде железо или обсидиан? Увидел, да, есть в воде железо и обсидиан. В пещере. Ой-ой-ой-ой-ой! Оля, у меня все очень плохо. Что такое? Выносливости нет. Я нашел место зато. Пытайся забраться, пытайся, давай. Ага. Выносливость — это тоже слабое место, к сожалению. Мы же плаваем. Да. Может их на агрессивное поставить? Я боюсь вообще ее вытащить сейчас. Думаешь, утонет? Я или не... уплывет? Уплывет куда-то, черт его знает куда. Я рискну. Прям на агрессию ставишь? Да. Ну все лучше, чем она тебе укусит, а потом только это. Агрессивная. Может, она сама себе загрузила? Это же не укусит. Вот 1,5 тонны. Нет, стоп, какие 1,5 тонны? 300 кило всего. Не так много. Ну не пугай меня так. 1,5 тонны, еще сказал. Так просто мясо не удалить. Я знаю, что можно было выбрать мясо, ребят, но мне кажется, я так быстрее просто поудаляю. Так, это мне точно не нужно будет. Первосортка. Она сама пропадет скоро просто. Оставим, может быть, для какого-то тейминга. 9 жемчуга даже есть. Все, я готов. Мне 5. Я освещаю. Она перегруженная, да, в том-то и дело. Там крокодил есть, был, он и есть. Сокразух. Выдра ушла. Куда? Ёлки-палки. А, тащи, маленькая моя, тащи. Давай, давай, милая моя. Пачка, вернись. Я все прощу. Убивай их все. Вот видишь, поэтому я и не хотел вытаскивать. Я... Все, давай, жрай крокодила. Жри его. Кусай. Но она при этом, она плавает сверху. Альпочка в порядке, я смотрю. Нормально. Отлично. Так, надо выносливость не забывать. Вот здесь можно постоять, Оль. Вот здесь можно постоять. А меня? А лучше на всякий случай. Ладно. Какая огромная пещера! Ужас какой! Я думал, зайдем, соберем. Ну, блин, как наша первая еще плюс-минус. Еще куда-то заход. Еще куда-то заплыв, заход. Повсюду пираньи откуда-то. С одной стороны, с другой, с третьей, с пятой, в принципе. Не знаю, по-моему, не работает агрессия, хочу тебе сказать. Вот здесь можно выйти. Или нельзя? Или можно? Или нельзя? Или можно? Или нельзя? Или можно? Ой. А. О, вот это опасно. Скалопендра. Что за это? Она чем-то клюнула в меня. Угу. Но ничего не произошло. Так. С потолка упала. Да, они ж могут по любой поверхности ползать.
Ужас какой. Не, уберу с агрессии. Пусть атакует чисто меня. Атаковать вашу цель. Разница, потому что я не заметил. Так, куда-то ты говоришь еще проход, да, есть? Погнали. Ну, вон там. Ну, я не знаю, может, это просто разделение одной. Похоже очень, да. Ну, хорошо. Да, похоже. Вон, угу. Трупы мертвых покойников. Ой, ну погнали тогда в пучину морскую. А сможем? Не знаю. Ты, я что-то... Если что, если я должен спить еще, то он принесет нам комплекты. Да. Откуда комплект? Откуда пираньи, если мы тут всех убили-то? Снизу, наверное. Вот здесь можно постоять, Оль. Постоять, потому что надо. Не забывай кушать. Под водой кушать нельзя. У них там спавн. Ну, я не думаю, что они прям спавнятся так быстро. Хотя, кто знает. Готовы? Поехали. За мной прям плыви. Да. Точка невозврата. Что-то меня кусает. Просто плыви вперед. Успеем. Ой. Или не успеем. Не успеваем, Оль. М-м. Я вижу воду. Ты, наверное, успеешь. Я запасаю. У тебя есть шанс. Я выплыл. Ты имеешь в виду, у меня есть шанс, потому что у меня больше здоровья? Да. Поубивали их, поубивали. У меня что-то сломалось из брони. Выбраться отсюда будет крайне тяжело. Но в целом мы выставили. Мы выставились. Может, там будет другой заход какой-нибудь. Вот так. Хотя я видела где-то. Да ладно. Еще плыть. Да. У меня сломалась голова. Опа. Да. О, господи, куда еще? Так, нам явно нужен был комплект. Ты тоже дал? Да, подводный пещер. Чат, конечно же, не сообщил. Там что-то полезное или нет? Легендарное там было. Что-то легендарное было? Ну, в прошлый раз. А, ну в прошлый раз. Мясо повыкидывал. Да и рыбу можно... Тут уже миллион просто этой рыбы. Просто выкидывай. Оно все в воздухе. Да-да-да, это нормально. Это отлично. Это просто атмосфера. Гравитация вышла из чата, да? Если честно, мне напоминает некого Лавкрафта. Весь вот этот момент, который происходит у нас тут. Страшно. Жесть. Так, погнали. Гамму специально, чтобы светлее было. Сейчас я пока не побегу дальше, я выплыву обратно. А, седло для Галимима, обычное просто седло и... О, шапка. Наныл шапку. Правда, шапка обычная, тканевая. Но легендарная. Защита-то хоть дает какую-то. Да, 58 брони. Тканевая броня. Куда ты? Что такое? А, ясно. А вернуться ко мне? Не. Вот так. Он да. Кто-то за стенкой? Возможно. Я пошел. Подожди. Иди на свет. Это арк? Ой, ну уж не знаю, что это. Это Сабнаутика. Сабнаутика. Здесь просто карман воздушный. А дальше надо плыть снова. Ну, карман воздушный есть хороший. Продолжаем движение. А вот дальше жопа. Просто беги, не оборачивайся. Куда? Чё,
Потом будет поворот направо, увидишь. Где тупик, казалось бы, там направо на самом деле можно. У меня почему-то выдра плохо работает. Через раз. Мне кажется, она под водой не это. Не хотела. Бля. Ага, вижу. Все, я умер, да? Можно не надо? Ты заболел? Еще нет. Змея плавает. Да. Там летучие мыши. Я видела. Летучих мышей я не хочу бить. А можно я мегатерию вызову и сяду на него, пожалуйста? Эть. Вызвать-то я вызвал. Ты их агришь? Давай. Ну да. Агри. А у меня уже воздух заканчивается. Выползай. Выползай. Сюда. Давай. Приманивай их. Мегатерия может вводить драться вообще? Да. Я получил ответ на свой вопрос. Это какая-то шума. Это просто жесть. Это не пещера, это я не знаю что. Там большая? Да, места много, вызывай мегатерия. Не, без мегатерия мы бы здесь точно не справились. Учитывая, какое тут количество летучих мышей. О, с мегатерия можно стрелять? Серьезно? Серьезно. Камера тогда не очень удобная. Там змеюшку пропустили. Блокируется. Кш-кш-кш-кш. Пойду змею добью. Где... Это мы приближаемся или нет? Я не понимаю. Так, сколько у мегатерия кислород? 405. Больше, чем у нас, кстати. Может ли он плавать быстро? Ну, вообще он плавает. Утонул. Не застрянет ли он? Он застрянет! Внимание, не плыви на мегатерии. Поняла. Кусай за жопу. Да, я собрал-то их, не проблема. А вылезти? А вылезти не смогу. А смогу ли я его забрать? Скорее, да. Наверное, да. Сейчас посмотрим. Но если да, то кайф. Отлично, погнали. Арк, говорите? Серьезно? В каком месте? О, меня телепортировало! Капразух! А, капразух! Зараза! Это неприятно. Кислород дайте. Налево тут, налево. Дальше как выплываешь налево. Сразу будет выход близко. Все ли какахи собрали? Все дерьмо в этом мире собрали, да. Ой, это артефакт? Да. Артефакт. Как называется? Артефакт стаи. Подходит так, название. Правда? Удивительно. Название подходящее, да. Там можно куда-то наверх идти еще. Так, мы нашли все здесь? Не знаю, это можно куда-то еще выплыть. В другую сторону поплыть можно. А можно идти сюда наверх? Давай сначала наверх. Я предпочитаю ходить по земле. К летучим мышам? К летучим мышам, да. Так, погоди. Они там есть? Пока не вижу. Я иду потихоньку. Мне кажется, мы просто не проверим. Не пролезем сюда. На мегатерии нет. Ага. Тихо, 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 тихо. Недолго музыка играла. Я вижу. Да, мы дошли обратно, Оль. Вот, я видела вот этот, оттуда. Угу. Вот эти вот.
светящиеся грибы. Значит, нам дальше нужно, да? Ну, давай посмотрим. Если что, мы знаем, откуда выйти. Но мы же не все нашли. Вот и я пока. Огонь, да вообще жесть. Тут, знаешь, тут пещера, в которой мы уже 40 что? Минут, по-моему, ходим. Ты не забрал ее? Я забрал. Погодите, ребят, тут важный момент, смотрите. Есть вот такая вот... Да погодь. Есть вот такая милая, дорогая штука, в которую нельзя... А, потому что она перегружена. Погодь. Сейчас я попробую. Так вот. Закидываем сюда артефакт. Что такое? Где она? Убежала. Жрать все. Ко мне иди, чудище. Теперь смотри, я беру артефакт. Теперь этот артефакт я сейчас должен вставить в нее. Да, да куда ж ты? Ну не убегай. У нее есть атаковать вашу цель, ребят. Не более чем. Она просто голодная. У нее нету бежать, сломя голову, не пойми куда. У нее есть атаковать вашу цель. Во! Куда она делась? Опять она убежала. Да сколько можно? Дурында. Так. Где вы? Вот она. Поведение. Приказ следовать. Все. Отлично. Так вот, ребят, фишка выдры в том, что они могут бесконечное количество артефактов носить. Вроде бы. Нам так говорили. Но тема рабочая, то, что может два. Слушай, а я еще могу? Или мы только два сделали? Я не знаю. Только два, больше нету. Блин. Обидно. Я тоже хотела. Ну, поплыли. Поплыли. Ну, эти артефакты будет невероятно тяжело добывать. Куда нам плыть? Налево, да? Угу. Это Титанобо. Тихо проплываем. Мы их не трогаем, они нам не нужны. Тут тупик. Тут тупик! Понятно. Значит, мы правильно влево шли. Стоп, на самом деле тема следующая. Не я. Куда нам дальше? Что нам, вернее, дальше делать даже? Мы же что-то не нашли, правильно? Мы записку здесь не нашли. Мы записку не нашли какую-то. Черт. Это плохо. И где она должна быть? Не знаю. Там какие-то звуки есть. Что-то застрял в стене, конечно. Сторожи меня. Сторожу. Ладно, прыгаем. Мы вот сюда вроде не плавали, но там, по-моему, ничего не было. Тут тупик должен быть. Хотя черт его знает, куда-то плыву. Mm-hmm. Слушай, фонарь клевая штука. Да. Нам в чате писали то, что ни в коем случае нельзя установить. Тут там можно куда-то, Оль. Вижу. То, что нельзя вообще ни при каких условиях на помповое ружье использовать фонарь. То есть только на автомат? Почему она подсвечивается зеленым? Кто? Ну выключи фонарь. Кристаллы зеленым подсвечиваются. Там синяя штука есть. Мне кажется, тут еще куда-то можно. Куда-то можно крокодилом? Ага. Я был опутан. Кем? Аранео, кстати, это паук. Да, значит все хорошо. Значит все хорошо. Ой. Чё? Тут змеюка была вообще-то. Тут много змеюков. Мне кажется, я сейчас это шлёпаюсь. Не шлёпайся. А, стимбели ешь. Мне пока ушло. Так, что а мы сможем здесь вылезти-то? Чё-то сыкотно. Тут так жестко как-то нас вон били. Там, смотри. А, чё? Проход. Проход? Вот он. Я думаю, что мы не сможем туда залезть никак. Ну, понятно, что мы не сможем туда залезть. Но я про то, что там есть проход, значит, сюда нужно попасть. Видимо, да. Может, через ту нижнюю?
Может, через ту нижнюю. Давай пока через эту нижнюю, пока мы едем. Мы в курсе, что она... Погнали. Вернул ли зеркало или оставил? А какой там вариант был вернуть или оставить? А, вернуть это туда отдавать? Не помню, если честно. Я, да, вспомнил. Зеркало можно было оставить как бы ради женщины. А можно было оставить, можно было отдать мужику, который нас нанял. Я, по-моему, отдал зеркало. Если мне не изменяет память. Да? А, да. Ну я же тебе говорил. А зачем? А главное, нафига? Чисто ресурсы было добывать, что ли? Нет, нет, Оль. Тут продолжение. Металл. Продолжение, видишь? Правда, учитывая количество тут интересной живности, что-то цикотно. Ну, поехали. А что там? Ну, тут были же. Были. Когда-то. Там синяя, кстати. Ох, сколько пирамид. Пипец, на тебя стая просто пирамида наехала. А у меня есть... Выдра. У меня выдра вроде бы есть. И хитиновые перчатки уже умерли. Мне нужна помощь, наверное. У меня выдра почему-то не хочет их бить. Ты не от меня отплывай. Я не могу. Сквозь них прям. Почему у меня выдра не бьет-то? Вот начала бить. Почему она время от времени только атакует? В них плыви. Я пытался. И она ест. Я пытался. У меня выносливость заканчивается. Мне нужно посидеть. Здесь посиди, я смогу. Подумай. Здесь могу. Посидел, подумал над своим поведением. Там, кстати, синие припасы. Они меня почти съели, кстати. Хильси. Пытаюсь. Что у нас тут? У меня закончились руки еще. У меня скоро броня закончится. На самом деле самое страшное это броня, когда закончится. Я думаю, что спишь? Она наелась. Может быть. Что-то сердобольничал и оставил ей. Она его разбила. А обезьяна расстроилась. Уходи, говорит. Я не помню, если честно, что сделал. Так. Сарказух. Большая. Капра зух тебе хватает, сарка нет. А. Ага, ага. Я видела, как он тебя сейчас перевернул. Вроде бы. Так, я предлагаю сначала вернуться, подождать, раз уж мы потратили выносливость, и потом продолжить. А сколько у тебя выносливости тратится? У меня всего, кстати, выносливости 100. Я не знаю, сколько у тебя. Я ж не качал. Ну вот. Понятно. Ой, тут вообще залезть можно. Угу. И вылезти. И вылезти. Хорошо. Пойдем. Давай, давай, удачи, забегай еще. Удачи с Синкин Сити. Игрулька-то клевая. Угу. Так, здесь есть крокодил Крокодилыч. Он крокодил крокодит и будет крокодить. Я боюсь, что... Я даже попадаю. Я боюсь, что у меня проблемы. А! Оля, я умер. Я, видимо, тоже. Да ладно. Она убьет хотя бы всех? По-моему, я тоже умираю. Что-то я слишком долго плыл. Так, я тоже долго плыву. Ладно, подумаем. Не, ну, кстати, забавно то, что, да, пробивает луч сквозь. Да. Короче, ребят, тема следующая. Бежим сюда. Ой, я почти упал, кстати. Аккуратно. Надо аккуратно, да. В общем, мы
Здесь почти нереально пропрыгать на самом деле, но можно. С разбега. С разбега, да. Да, получилось с разбега. Но тяжеловато пропрыгать. Мы просто нашли записку. Решили вот показать, как дойти до нее. А где-то здесь ящик-то был. Вот она. Мы просто в тени. Да. Ой. В общем, записку нашли. Опять-таки в этой пещере огромное, короче, количество времени. У нас уже на часах 6 утра, представьте себе, это... Это вот, это все. Это кошмар. Да, мы потеряли, получается, наших выдр, но вернули хотя бы снаряжение. Чисто повезло, что эти мобы, которые были мертвые, они так и остались мертвые, но... Ну вот, в общем, да. Это как раз сюда на Мегатерии. Помните, попытался пройти, но мы решили в другое место пойти, и вот так оно получилось, к сожалению. Огромное количество времени это все и сил ушло, так что пока конец, когда будет следующая серия по арку, посмотрим, поглядим. Вот пока так.